Так, всем привет, ребят. Неожиданно я появился. Ну, неожиданно я решил постримить. Соответственно, сейчас будет шоу-матч на Team Liquid. Он анонсирован, но, правда, даже нет сетки к нему. Никакой новости. Вот. Так, ну что, ждем начала. Я не знаю, правда, что там как. Привет, Спайк. Что-то Ксиаози нету совсем здесь. Здорово, Акира. Сейчас проверю, идет ли твич у меня. Ну, посмотрим, посмотрим сейчас. Надеюсь, придет и Ксиаози, и мы у него узнаем. Пока задержки нет, ребят, сейчас я буквально на минутку отойду. Что-то туалет резко захотелось. И уже продолжим. Наверное, сейчас стрим будет не очень долгий, но, может быть, вечером еще будет. Короче, ждем начала. Тут шоу-матч я решил постримить. Кореец Слип, Зерк против китайских игроков.
Так, все, я здесь. Так, Steam Liquid что-то упал, не знаю чего. Короче, ждем начала. Короче, ребят, ждем. Начинаю черкать понемножечку. Что там у тебя, Спайк, случилось в этот день, который вроде бы неплохой. Хрена себе, 12 градусов сегодня. Очень медленно процесс вычеркивания, что у них идет. Я думаю, Марин, что Маше подарили? Подарили куклу, конструктор, торт. Вот. Хотели пойти на там покататься на карусели всяких, но было холодно вчера. Вот. Еще, наверное, самокат в ближайшей перспективе подарим Маше. Вот. Как-то так. Так, Deep Purple концерт, где это у нас где-то? Да что там за хрена тенью? Секунду.
Понятно, где там что звонит. Что-то там тупят. А, в Ростове прям. Ну, нормально, чё. Удачи на концерте. Что тут, удачно сходить хорошо. Так, инвайтед с собой. Отлично. Спасибо ему. Ну, про задержку мне никто ничего не сказал, поэтому я, собственно, никакую не буду пока вставлять, значит. Ну что, кажется, все готовы. И сейчас все будет начинаться. Что у нас там на Твиче творится? Да, это шоу-матч. Сначала будет играть Слип против. Ну и про него нет никакой инфы, на самом деле, про этот матч. Вот, он здесь анонсирован, был на Team Liquid, соответственно. Тут даже нету ссылочки ни на сам Team Liquid, ни на Ликвипедию, ни на что нету, как бы, ссылки. Вот, поэтому просто я название переписал. Слип против трех разных китайских игроков. И все, собственно говоря. Погнали. Гу-5, это я так понимаю. А, Энтиран. Китайский интересный такой. Первым бьется против Слипа. Блин, надо вот на самом деле нам бы тоже, конечно, почаще. Но вот нету какого-то сейчас централизованного такого, я не знаю, команды какого-то там, я не знаю, организации, которая бы спонсировала, да, StarCraft бы как бы организовывала для наших бы игроков что-то. Ну вот, например, топ Европы против топа СНГ можно там, ну или против СНГ проводить какие-то шоу-матчи тоже там. Я сейчас думал, почему бы нет, вот наподобие такого, допустим, там. Взять Нерча, например, Блая, попросить, чтобы он позвал, и сделать матч, например, Нерчо против Блая, против Стрэнджи, против Хэппи, например, против трех, как бы, ну, подряд, например, Трибо-5, ну, там, чтобы Нерч всех потренил, например, как бы, и 100 баксов, например, за каждый приз сделать, ну, вот, я думаю, все согласятся вполне, как бы,
Единственное, что как на наши деньги это такие немалые деньги, но тем не менее, как бы тут уже курсы, конечно, виноваты и т.д., но для топовых игроков, как бы, это хоть какая-то мотивация будет. Вот, ну посмотрим, может, в будущем что-то такое будем делать. Ну, не только Нерча, можно там, я не знаю, кого-нибудь другого, ну, Шоутайма какого-нибудь, ну, если выход на него найти, или еще кого-нибудь там, ну, кто там, из Снута, там, не знаю, он согласится, я думаю. Прилетает Рипер, начинает харасить Зерга. Вместе с КСМ-кой, КСМ-ка дамагом сейчас помогает, не слабо, ее подкидывают тоже. КСМ, кстати, мешает и спорки заказывать, еще два уже. Минус рабочих, посмотрите, третий тоже в минус сейчас разорвало, беднягу. Просто еще и бункер есть у тиран, что самое главное, гранаточка выкидывается. Нужно вылезать, королевы пока нет, очень большие проблемы у слипа сейчас. Начинает китаец бодро вот с такого ческа с бараками и риперами, а почему бы нет, чизить надо уметь, и чизить надо, короче, точка, вот. Линги очень демедженные, линк один падает, нужно под королевку гранату выкинуть бы. Красного можно оставить, остальными можно полететь, подхарасить еще. Что-то оставил в покое тиран очень надолго зерга, и в итоге сейчас ему скоро доделается, и лингов будет не убить просто. Хорошо гранатами закидывает сейчас тиран лингов. Нужно в минеральную линию гранатку выкинуть. Не, ну по этим... По коконам, конечно же, не надо кидать гранаты, нужно кидать разве что по личинкам, личинок они нормально подбревать. Королева жива, королева энергию копит, не надо бояться, пока нет мува, не надо лингов бояться, пока нет мува, что ж ты делаешь-то? Так, еще гранатка под личинок пошла, вот две личинки уничтожили, сейчас мув будет готов, вот тиран тупит сейчас, он место, ну видно же, что мува лингов нет, пока нет мува, хотя он боится далеко отлететь, что они моментально, да, могут окружить, но... Нужно рисковать, пока нет му, нужно лингов количество уменьшать на самом деле, иначе их скопится просто невероятное количество сейчас. И тогда уже действительно будет тяжело их подрезать, но вот как только мув доделся, что-то и тиран даже быстрее контролит, что же самое интересное. Так, отходит под бункер, надо в бункер прятаться, что-то тиран забоялся, улетел, а что он улетел-то? Бункер продает сейчас, но он улетел, потому что он строит вторую, третью ЦЦшечку сейчас. И это замечательно, то есть у него хорошая экономика очень и... Так, ну бараки 2 дома улетают, нужно третий барак обязательно дома поставить. Вот зря барак не ставить, сейчас я бы третий заказал, пока по эти летели, один бы доделался на него пристроечку. И можно было бы заказывать какой-то грейд. Хотя нужно было заранее заказывать, потому что бараки достаточно быстро летят, если бы он заказывал. Ну, надо вот до факты было, факту барак заказать дома, как бы, чтобы один на лабе был, два прилетели, с них реакторы сразу мариков, толпы поперли, как бы. И здесь танк для перестраховки, старпорт, там, соответственно, можно полететь похарасить. Так. Турнир стримеров. Нет, мне никто ничего не говорил, я не понял, если честно, что там как. Пытается тиран уйти от лингов, законтролить с помощью гранаток риперами. Кстати, законтроливает очень даже неплохо. Можно стать вообще за минеральную линию, сейчас накидать туда гранаты, будет жестко. Ну вот, что-то тут тиран законтролился. Риперы были окружены, несколько гранаток, и большая часть погибает, соответственно. Медивак, конечно, забрал. Продакшн, конечно, начался. Реактор, плюс еще бараки. Но зеркожил. Зеркожил по чуть-чуть и отстроил даже рабочих, смотрю. Но
Так, заказан даже спай. Ну, кстати, у Тирана все замечательно. Здесь 3 ЦЦшки уже вылетает. Просто танки засичат сейчас, и все нормально будет. Привет всем, кто недавно подошел. Что-то бараков уже с перебором, по-моему, тут наштамповал Тиран. Бараков-то с перебором, но вторую лабу вот стесняется он что-то заказать. Тут надо вот вторая лаба на барак, чтобы в таких ситуациях, когда ты поздно в био выходишь, стимпак и щиты одновременно, это вообще решение вопросов. Почему-то, потому что они доделаются моментально, как бы быстро, ну быстрее доделаются, и ты уже получаешь мариков стойких, которыми можно действовать, соответственно. Здесь у нас кидаются экстра сапплай, или нет? Не кидаются пока экстра сапплай, доделываются у Тирана депушечки, строятся новые сразу же. Сейчас можно сапплай блок получить барака, просто нереальное количество, очень жесткий продакшн начинается. Зачем было сканить, непонятно. Успевал криптумор этот этап убить. На самом деле видно было, что танк успеет выстрелить. Потому что какие-то доли секунды нужны. Он уже как бы доморфился вроде как. Ну, на исчезновение ему нужны еще там полсекундочки где-то, наверное. Так, минус овер здесь был. Идет одновременно выход. Сейчас щиты уже доделываются. Могли бы давно бы они быть. Но и сейчас неплохо тоже, что уже доделались. Еще марики дотекают. Прирост очень большой. 132-101 по лимиту. Вот, кстати, тиран-то этот, в принципе, относительно неплох. Но он очень наглый. Ни одной туретки, например, вот с этим зергом тоже. Недавно буквально с Тейлсом он играл на Дуюкапе и не строил ни одной туретки, за что и был наказан в итоге. Здесь же то же самое происходит, мутка вот прилетает и все равно ничего не строится. Он построит хоть по туретке-то для приличия, в минеральных линиях в каждой, здесь на продакшене одну где-нибудь. Там продакшен такой гигантский, бараков уже 8 штук работает, столько пристроек, столько всего уязвимого. Пачется тиран. Но зерк его раскладывает сейчас. Тем не менее, по лимиту все еще в плюсе. Вот пошло дотекание. Минку подрезал все-таки. Тут несколько мародера мариков подходит, начинает все шатать. Тиран что-то то боится, то не боится криптумора отменить. Прирост что-то не подводит. Зерк пытается выбить это все дело. Но выбить не так-то просто, оказывается. Здесь 1-1, говорит. Вторая атака уже сейчас доделает. Сейчас 2-1, тирана на 0-0 зерга будет. И тут-то уж и надо дожимать. Еще бы тиран бы не втыкал, вообще бы у него 2-2 бы могло быть. 2-2 на 0-0 зерга, это вообще космос на самом деле. И ничего бы не поделать бы было бы. Ну что-то за втык какой-то произошел. Не доделал, такое ощущение у меня. Отгоняет мутку, скан пошел. Зачем сканить, не знаю. Может, думаю, что здесь беллинг-бомба накопана, не знаю, тиран. Вполне возможно. Мутка из зерк пытается подшатать мутку. Дошатать не может, на туречку нарывается. Здесь факта заблочен реактор, минки там не строятся, туретки доделываются, все в порядке. И, наконец-то, выход пошел. Нужно танки брать, нужно все брать вперед, 160 на 128 по лимиту. Медилаки подконтраливает, молодец, ни хрена с него ОПМ, 450 у него ОПМ у тирана. Это
очень жестко, как-то я смотрю. Приходят биусы. Марики идут назад, мародеры спереди. Сплит пошел. Минки залпы делают, наламывается зерк. Это ГГ, ребятки, это 1-0. Ну, что же, неплохо. Молодец, Сайн. Против слипа повел. Куда я попал-то? А, это и есть Ксиаози, ё-моё. СБУ, это он и есть, что ли? Я чуть не понимаю. А нет, это Color the First. Всё понял, наконец-таки. Кто это? Так, нет, сетки нету. К сожалению. Ну, вторая игра уже идет. 1-0 тиран ведет. Это Айн против Слипа, корейца. Ну, прошлую он выиграл так, как риперами. Получил очень жесткое преимущество в начале. Потом уже, конечно, было тяжело зерку что-либо сделать.
Так, прилетает реперочек. Привет, пустяки. Начинается харас жесткий сейчас. Ну и начинает зерк камни прогрызать, понимая, что это направление потенциально опасное, ведь очень любят тираны приходить в Лотвию, в особенности на, в начале на мариках плюс танк. Сразу в медиваках на сизже прилетает, сюда все дропается и начинает напрягать. Это так примерно как Хэппи пытался мане сюда прийти вчера, но мана его выбил очень быстренько. Привет, Димган. Поправился. Лейер у слипа. Камни почти пробил. Линги рипера окружают и побежали вперед. Надо камни допробить. Забегает слип к тирану, начинает кусать камни. Вот всегда-то на такое нужно внимание обращать, тиран сейчас не обращает на это внимание. Давайте посмотрим, на что он вообще внимание обращает. Куда он смотрит? На камни-то посмотри. Слышно, даже звуки слышно. Вот, если ты играешь без всякой музыки и всякой шляпы, на самом деле, все прекрасно слышно. Он там у камней желтое хп, неужели он не увидел, что они пробиваются? А, он не хочет палить здесь мариков, насколько я понимаю. Наши КСМ атакуют. Мимо оверсира пролетает вперед. Интересный, кстати, билд. Зерк понимает вообще, что происходит. Здесь, конечно, спорка есть на вот этой базе, но можно вне спорки вот сюда вот пролететь, нормально дропнуться сейчас и вообще ничего не сделать будет зергу. А лучше бы вот сюда теперь с бустом на мейн пролети, скорее же ты. Давай, летит тиранчик, дропается на мейн сейчас. Все это дело со стимпаком, и у зерга очень большие проблемы, я вам скажу сейчас сразу. Морфятся бейны, не позволят тиранов доморфить сейчас. Нужно фокуснуть бейлингов именно. Фокусит бейлингов, молодец, всех отфокусил. Рабочий тоже под ударом, медиваки смещаются наверх, чтобы от королев из ренжа вылететь атаки. Зерк что-то не стал больше фокусить медивак, и сейчас провал от тирана, как он сел неудачно в медивак, это жесть какая-то. Ну вообще все делал нормально, бейлингов пофокусил, все вроде пофокусился, но перестимпачился. Детский сад оснащать нужно, ну да, тогда не поболеешь особо. Прилетает еще дропщик сразу же. С двумя минками здесь марики прилетают. Можно попытаться понапрягать третью базу. И не просто тиран будет пытаться. Он будет это и делать, собственно говоря. Криптумеры выбивает. Вот что мне Ване нравится, он как кореец именно. Хоть он и китаец, как бы, он криптумеры по-корейски именно выбивает постоянно. То есть наглухо вообще всю зергу убивает. Марики сейчас ушли, королева здесь есть, но... Есть здесь еще и минки, могут муталиски прилететь криво и получить. Выбегает линк, минка делает залп, минус минка. Там дальше еще одна есть, и вот эту-то как раз зерк и не видел сейчас. Пробегает лингом, минку не спалил. Пусть она закопана, здесь вдруг ошибется. Выход идет как раз в этом направлении. 1-1 тиран делает. 49-36 по рабочим в пользу тирана. Третья ЦЦшечка уже делается. Я бы сказал, что у него все вообще замечательно сейчас. Тиранчика я имею в виду. Главное как-то сильно реально не ошибаться в данный момент. Крифтуму разбревает еще раз. Минку не забрал сейчас, но новую ближе еще окопал.
Здесь расконтраливает Зерк, пытается найти каких-то вот таких одиноко бегающих мариков. Медиваки уконтролил. Здесь миночка закопана. Сейчас Зерк принесет ее убивать. Уже почти мувбейном готов. Ну, у тирана уже 1-1, с другой стороны, почти готово. И продакшна сейчас больше будет. Блин, как Минка неудачно стреляет по своим же марикам. Хотел грамотно сделать, прикрыть Минку, чтобы она не успела выстрелить по одному лингу. Но она как раз таки успела и еще и своих повредила. Ну, бывает такое, это нормальное явление, в принципе. Тут отфокусил еще одну минку, очередную тиранчику. На третьей базе уже готовятся ССшки занимать здесь все. Овер пытается улететь. И овера, и оверсира сейчас... Нет, овер чудом ушел. Вот он висит одним, двумя мариками. Парочку раз выстрелить, и минус овер будет. Но все-таки тиран не смог отфокусить. Здесь ченджлинги плюс три марика загуляли. Ну, муталиска одного убрал, кстати говоря. Успел простимпачить. И Хайн сейчас молодец. На третьей базе добыча пошла. Причем экстра саплай туда полетел. Один медивак сейчас полетел дропаться. Марик сил нагу вычистил, занимает, дает вижен себе сейчас. Может быть, лучше базу, конечно, третью было к центру брать. Ну, либо четвертую тиран там будет брать, я не знаю. Потому что, ну, как-то нужно развивать атаку сюда, к центру. У Зерга даже третьей базы нет, что самое интересное, обратите внимание. Но каким-то образом он тирана наглухо сейчас окружает, зажимает просто к чертям. И ломает все вообще. Тиран отступает ко второй базе, но нужно помнить, что от Зерга это улын фактически. Если получится отбиться, то все может быть здесь хорошо. Либератор начинает две штуки муталисков просто стебать жестко. Бейлинги не могут докатиться нормально, и тиран отбивается. Между прочим, 103 на 92. Третья база вообще не раскачана в данный момент. Нужно продолжать гонять их, что ли, я не знаю. А в это время дроп тот единственный, который неповторимый вылетел, унижает просто мейн, минус королева, минус все практически дроны. Это 2-0 Айн. Ни хрена себе Айн, красавец вообще. Слип, я бы не сказал бы, что супер какой-то игрок, но Слип очень неплохой зерк. Он фестковец и на пролиге играет постоянно. Откуда Слип? Из КТ или из КТ-телеком он был? Я чуть не буду с такой с топовой команды, помню, что... Конечно, не самый лучший там игрок, но... Чё-то как-то все хорошо тут. Так, спасибо, Дим. Это ты, я знаю, Димган. 100 рублей на Сбер, народ, поддержим, помню, спасибо за стрим. Спасибо тебе. Сейчас напилим. Чуть попозже. Единственное, что вот здесь бункер бы на третий не помешал, потому что здесь ничего не прикрыто. Вот, кстати, он бы тут идеально за депошкой и минералами вот здесь бы зашел бы. И окружить бы было бы тяжело, и вообще было бы хорошо. Так, здесь у нас Либератор гоняет муталисков, но он один и одинешенек был уничтожен сразу же. Био возвращается домой. 26-37 по рабам. По рабам, кстати, близко. Тут еще на каких-то чудесах контроля Зерк может попытаться и победить на самом деле. Стимпачится Марики, но сплит, конечно, очень даже неплох, я вам скажу, от тиранчика. От Айна. В итоге Зерк с 50 лимита остается и пишет ГГ. Хорош, Айн. Молодец. Ждем третью игру.
Игра приостановлена. Так, что-то там пауза какая-то. Игра возобновлена. Ну что, 2-0 Айн ведет Слипа, и третья игра. Ну, два раза был он, победу добыл билдами именно какими-то интересными, но исполнение тоже было хорошо. Хорошее, то есть первый раз Риперы прокси бараки были. После них преимущество было серьезным очень у Тирянов. В первой игре вообще серьезно. Во второй игре... Дроп 2 медивака, 14 мариков на стимпаке сверхраней. И, естественно, марики эти зашли. Ну, почему естественно? Бывает, что не заходят, конечно, но в этой игре зашли, в предыдущей. В итоге все нормально было. Здесь же у нас 3 барака рипера вообще, а тайна. Как Бьян любит поиграть тоже на этой карте. Кто играет, название стрима написано, поэтому будьте внимательны. Привет, кто недавно пришел, всем. Что по деньгам, не знаю, да не, наверняка не просто так. Зачем корейским прогеймерам что-то там играть с корейцами, ой, с китайцами, если просто так они играют, например. Ну, подхарасил не слабо, что-то Зерф тут, посмотрите, еще как рабочих криво законтролил, они вообще не добывали несколько секунд. Прилетает вновь на вторую базу, где золото. Закидывает все гранатами. Линги с Мумом уже, но лингов не так уж много. Хотя нет, 29 штук, это много. Идет контратака, ну, контратаку здесь тиран легко достаточно отобьет. Главное контроль здесь, атаки. Против зерга, и тогда все будет нормально. Ретверки улетают. Здесь сейчас вылетит хотя бы один. Так начнет гранатки кидать. Нужно парочкой этой гранаты накидывать понемножечку. Сверху здесь законтролил. Вроде как бараки вычиниваются. 10 лингов подстреливал. Третья ЦЦшка уже строится. И опять 30-24 в пульту тирана по рабам. И зергу нужно как-то выкручиваться из этой ситуации.
Так, попытка еще тут мейн подхарачить. Шпиль заказан. Ну, не знаю, шпиль, мне кажется, здесь что-то королев так много прямо. Может быть, надо было сделать бы все-таки нидус какой-то. Ведь по экономике как-то нужно тоже нагонять зергу. А как он собирается это делать, для меня просто загадка. Тирану нужно мулов выкидывать на третью, выходи базу. Третью хату моментально отменяет сейчас. Ждет шпиляну, посмотрите. Сейчас просто тирану поставить тайминговые туретки и все. Минеральная линия здесь, здесь, одну где-то вот здесь, вот, чтобы вот так более-менее перекрывать этот продакшн. Можно здесь на краю и здесь все. Ну, 5 туреток даже можно, в принципе, можно минимум 3 обойтись, учитывая, что марики дома. Так, накидывают здесь гранаты. Если помнишь расположение криптуморов, можно без сканов, соответственно, убивать это все дело. Приходит тиран, начинает хорать риперы марики, посмотрите. Интересное, кстати, сочетание. Спереди можно гранатами накидать, сзади стимпачные отморозки стреляют с пулеметов вообще. Одни просто какие-то сектанты, ё-моё. Сами ХП серии гений, другие наркоманы, у одних гранаты, у других пулеметы. Что вообще поделать здесь? Очень тяжело что-либо сделать. Но Зерк пытается ловить прирост, и пока даже получается у него. Редко, буквально секундочку, не достраивается. Здесь минеральная линия турецкий все-таки построил тиран. Неужели? Вот о чем я говорил всегда. Не стройте здания в ряд вот так вот, чтобы вплотную не было. Не было. Потому что вот вынуждены марить. И вот с СС-шкой стенка. Вот эту хрень нужно все убегать. Сделайте между зданиями прохода, чтобы хотя бы марики проходили, обороняться нормально могли бы. Нарезает здесь тиран муталисками. В это время какой-то здесь был контакт небольшой. Зерк муталисками нарезает, прошу прощения. Тиран попытался что-то сделать. Но отсутствие лабыска, отсутствие щитов у мариков сказывается сейчас очень сильно, давить не получится так жестко. Нужно щиты срочно заказать, но почему-то тиран втыкает вообще. Что за втыки такие нелепые? Сейчас вот если бы не этот втык, вон 2-2, уже пошли грейды, у него вообще все замечательно было. Где щиты, хрен я узнаю. Залп у королевы, залп по лингам сейчас. Минки выкидываются, риперы ставят гранатки. Блин, Найн-то очень хорошо играет. Посмотрите, он, что самое большое мне в нем нравится, так это его контроль. Он успевает и стимпачиться, и кайтить, и риперами гранаты еще выкидывать. Это очень хороший контроль. Вот сейчас муталисков двух на ровном месте словил. Если бы еще щиты он делал, вообще бы молодцом бы был. Но тут что-то, по-моему, без щитов сейчас все понятно. Ну вот марики без щитов, беллинги-линги врываются, и беллинги-линги все разрывают. Плюс муталиски сверху. А я абсолютно уверен, что будь у тиранчика щиты, эта победа прям здесь бы была. Вот он вспомнил про щиты, заказывает сейчас. Но и так у зерга все равно по лимиту проседания 40 идет. То есть вообще на треть он проседает сейчас просто. На 50%. Реально лимита. Судишь, полтора раза меньше у него получается. Так, залпы идут. На золото забегают марики. Скоро щиты будут готовы. Скоро будет 2-2, грейды готовы. Стимпачится еще раз тиранчик. Отфокусил беллинга, отфокусил муталисков. Слип пытается что-то сделать. Королева выйти не успевает просто. Кажется, это новая какая-то восходящая звезда прям китайская. Вот очень хороший тиран прям таки. Хотя вчера
Просто нелепо он слил там процу как-то, ну вот, или это не вчера был, не, вроде вчера. Да, Дуюка вчера был. Ну зато разгромил Айна, разгромил Слипа того же вот, про геймера вообще хлам. Правда, каждый раз с задумкой какой-то, какая разница? Если Зерг не может отбить три барака риперов на этой карте с мейна, ну тут уж это проблема Зерга, безусловно. Другие тоже билды там заходили, но... Все равно. Минус муталиски все. Че Зерг делает вообще? Слип как-то мертво отыгрывает пока реально. Продолжает Айн давить. Нужно чуть-чуть отодвинуть. Здесь уже постоянно тиран там тусуется у Зерга. Юнитов копит-копит. Заходит на ХГ. Хочется агрить Беллингов. Тимпачится. Блин, Мариков очень четко от Беллингов уводит. И ГГ Зерг пишет. Вот так-то. Так, Слип против Клауди дальше.
Так. Ниц поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Спасибо, Ниц. Неожиданно прилетело. Я что-то отвлекся. Пишут мне тут. Ну что, 3-0 неожиданно. Айн, китаец разгромил корейца Слипа. Мне все интересно, с какой команды Слип, все забываю я что-то. А, Слип был в команде КТ. Достижений особо никаких у него нету, но сейчас он в Team Lifeng перешел. Какой-то супермажор Lifeng этот, короче говоря. И не только он там турниры проводит, а еще и команду свою сделал. Так, ну что, Клауди против Слипа бьются, это проц. Тристрам. Садик. Садик, это хорошо, как раз Маша сейчас начала в частный детский садик ходить, пока месяц до муниципального у нас, но заболела в первый же день. Ну а за поддержку всем спасибо, как обычно. Естественно, ну не, не всегда так, но просто у Маши еще что самое плохое. По плану не все и прививки-то сделаны, которые должны к этому моменту быть сделаны. Это, конечно, плохо в таких ситуациях, потому что там тоже могут непривитые быть, а это вообще печаль. Вот, ну ладно. Линги за опробкой бегут. Зачем-то Прокс решил дальнего линга фокусить. В итоге ни одного не убил.
Так, полетела призма. Сейчас тремя... Не понял, про что ты пишешь вообще? Какой еще свинец? Игра возобновлена. Ну что, пилончики пошли, призма почти с одним всего адептом здесь летает. Вот еще три варпятся, ну что четыре адепта могут сделать? Уже миллион здесь лингов, нужно загружаться и улетать. Прилетел, понапрягал немножечко самим фактом. Минус овер. Так, не несите ерунду. Какие, блин, ртути? Какие свинцы вообще? О чем вы говорите? Эту тему, короче, завязывать. 8 гейтов у нас, 2 еще плюс открывается. Так, пошли вперед. Плюс 3 иммортала сюда выходит еще. Да, варп от Клауди идет, и пуш, кстати говоря, очень серьезная получается, но это пуш без блинка, без всего вообще, то есть просто гейт-пуш, сколько гейтов у нас, 8, 10 гейтов, и просто-напросто за варп идет зерга, сейчас тут у нас будут беллинги готовы с мувом, но, блин, протас тянет зря, здесь надо как можно быстрее принимать ему бой и за счет филдов пытаться потащить. Причем можно адептами, даже иллюзиями вперед, хотя под ним подсвечивать все это дело, заходить спокойно абсолютно. Чем дольше тянуть здесь без грейдов, тем хуже будет. Так, подходит проц на ХГ. Филды ставят очень быстро сейчас. Немножечко отступает от гидры, подрезает лингов. Хорошее количество гвардиан, шилд рублен. Филдов, ну, очень много. Прессовать начинает. Еще за варп сейчас пойдет. 172-44 в пользу протаса по лимит, при этом 3 в 3 базы. Посмотрите, какой пуш сильный-то, блин. Хороший билд получается здесь у этого протаса Клауди. Беллинги падают, потери колоссальные. Посмотрите на потери просто, какие сейчас в этой игре.
Так. Не думаю, что зерк этот слабенький. Просто что-то не... Ну, хотя слип как-то мертвовато пока играть. 0-3 против Айна. Сливает здесь уже первую карту. Так, пошел пу, газ доделывается сейчас. Так, короче, я предлагаю завязывать про прививки, потому что я очень сильно на это отвлекаюсь. Вот сейчас очень много про это агитируют, но не делают их отъявленные просто аутисты, как бы, ну, сектанты, как бы, агитируют. И еще самые зашкваренные вот, футбольные фанаты, у кого уровень развития примерно такой, как бы. В других случаях просто, ну, вот, это все очевидно, потому что подвергать... других членов общества, как бы, опасности, это очень опасно, как бы. Я думаю, на этом стоит завязывать, вообще, как бы, не надо поднимать на стримах по StarCraft эту тему, на отдельных всяких моментах. Принимает овера сталкер слипу сейчас. Минус овер. Не, естественно, за такую агитацию нужно в тюрьму сажать, потому что мне тоже как бы там люди
люди там, ну, про это задвигали, там тоже какие-то авторитетные статьи, якобы просто я смотрю статьи, там просто какой-то сектант, аутист, короче, который якобы какой-то профессор, у которого даже нету никаких подтверждений, что кто он вообще, что, как бы, что-то там двигает. Или типа, короче говоря, такие вот эти, которые зарусичи сейчас, вот эти там язычники такие, уевы, я бы сказал, бы тоже вот подобную тему задвигают, тоже, правда, когда их спрашивают, что вообще такое язычество, как бы они, ну, вот, они не знают просто об этом ничего, ну, а потом, ну, просто люди, как бы, думая, что они знают, как бы, информацию, они начинают ее засирать ей, как бы, то есть это вирусная передача такая, а на самом деле это очень эффективная подрывная работа, которая ведется сейчас по многим направлениям, как бы. Короче, все. Стримим StarCraft. Так. Сентрей 5 штук. Так, Хайдоси, ну, конечно, из-за тотального насрательства, а как еще, тоже люди пишут там вот это право, там что-то право, как бы, а потом чей-то ребенок заболеет из-за таких аутистов просто, ну, вот, потому что он переносчиком что-нибудь там будет, например. Опять прессинг от протоса двухбазовый пошел. Посмотрите, какой протос-то бодрый такой, я смотрю. На скорости атаки адептов такой пришел. Сейчас я, говорит, буду пушить себя, друган. Здесь бейлингов несколько штучек. Мув бейном еще не готов. Есть гидралиском мув и рейндж делается, но еще до сих пор не готов вообще он даже. И гидралов только-только пару штук заказал. Просто сейчас пошли филды. Беллинга, посмотрите, как филды зажал. Молодец, вот это хорошие были филды. Чем больше беллингов до момента приема боя будет уничтожено, тем лучше. Неужели адептами собирается врываться? Да, врывается адептами, но мир... Основная армия где-то сзади оказывается. Гвардиан Шилдане. Сейчас новые филды еще пошли. Беллинги заходят прямо в адептов туда. Глупси армии, но прот все еще держится, лимита больше, 90 на 75, 94 на 75, и что ли, уже 2-0, что ли, минус слип? 13 дронов минус. Это 2-0, ребят. И даже вот то, что сейчас филды нормально отсутствовали, и... Адепты падают, это печально очень. Все равно для зерга. ГГ. То есть я чуть не понимаю идеи шоу-матча. Слип играет с Айном, с Алохой и с Клауди. То есть, по идее, Слип крутишок нереальный и должен всех разваливать, поэтому он против трех играет. Ну, по идее, так должно быть. А получается, что Слип какой-то бомж, и он играет против трех, чтобы подтрениться, что ли, немножко? Или, ну, вот, что-то я не понимаю вообще, что происходит сейчас в плане шоу-матча. Ну, посмотрим, может, он все-таки перевернет сейчас игру.
Так, пошел еще один инвайт. Ну, третья игра, причем просто с какими-то пушами все. И тиран-то какими-то его все билдами непонятными накрывает. И просто с какими-то пушами непонятными. Так, во-первых, за флут предупреждаю. Вот. А во-вторых, не будем об этом, потому что это интернет, как бы здесь тяжело. Ну, а про Японию это не показатель ничего, как бы. Кроме их дикости, как бы. А то, что они дикие, это я не раз в этом убеждался. Гейт пошел. Застройка ближе к рампе сейчас ставится. Так, раскачиваю здесь понемножку вторую базу слип. Здесь, соответственно, у нас был... гейт Нексус кибернетичка билд.
И Твайлайтик пошел. Твайлайтик прям в стенке. Ну, больше некуда его поставить. Пилонов пока нету, просто нигде больше. Твайлайт очень ранний. Кстати, стоит на таком направлении, которое Зергу будет тяжело очень быстро спалить, если лингов принимать, например, которые вперед выходят. А лингов принимает просто вот этим адептом. И, возможно, какой-то адепт пуш будет, опять же. Залетает овер, видит Твайлайт, видит буст. Плюс еще пилончик пошел. Минералов у Клауди много накопилось. Вот сейчас гейт на второй бо. Опять какие-то стрёмные гейты. Вот тут, так вот здание ставишь, потом хрен здесь нормально задефишься от чего-нибудь вообще. Здесь будет легко пилон убить, пройти сюда. А процу будет надо бегать. Здесь нагромождение зданий стоит. Вот на мэне еще плюс гейт, что сколько гейтов будет, пока для меня загадка. Но пока два всего добавляется, может быть вообще три гейта с скоростью атаки адептов. Да, робо пошло, и, наверное, этот переход в третий нексус будет. Ну, потому что зерк все спалил, смысла уже особо нету здесь как-то пыжиться. Так, не понял, слив есть, айн есть, алохи нет. Как алохи нет? Может, алоху киданули уже куда-то, удалили? Как? Нет, он слип vs алоха. Просто, наверное, местами поменяли, я так понимаю, там слипа Клауди там или кого, я не знаю, с этим алохой. С Алешей с этим. Так, минус 2 линга. Давар по адептов все еще идет. Нужно нексу ставить. Вот пробка уже поехала. Протос завтыкал. У него просто немерено уже ресурсов скопилось. Давным-давно этот нексус мог запилить. Здесь роучи линги идут вперед. И слип решил с агрессивничать. А где вообще все юниты? А, призма строится, но адепты не строятся. Рахует роучи сюда. Мазеркор где висит вообще? Вот он, Мазеркор. Но у него 47 энергии, у него на один оверчар. Все, вот это смешно. Линги заходит на третью. Третью уже можно отменять. Протс даже не отменяет третью базу. Ты же косяк. Варпит постоянно. Вот посмотрите, что значит кривейшая застройка. То есть Протс проводит варпы постоянно на пилоны медленные, соответственно. И так, Мазеркор потерян на фаерболах. Это не будет разгромом для слипа. Это 1-2. Минус вся вот эта застройка. Короче, криво Протс отыграл. Ну что, начинается следующая игра, погнали.
Так, 1-2, счет. Четвертая игра у нас идет. Ну, хоть первый матч не на ноль. Нет страницы, значит, нет. Вся информация, которая есть на Team Liquid о данном мероприятии, у меня больше информации нету, чем там. Соответственно, то бишь... просто идет шоу-матч. Я не знаю, какой призовой. Знаем только состав. Все. Слип, кореец, который был в команде КТ буквально недавно, но его то ли он ушел, то ли его из КТ исключили. И в итоге он сейчас играет за команду Лайфенг. А Лайфенг — это человек, китаец, видимо, совсем не бедный, который спонсирует Лайфенг Кап свой, который частенько проходит. Причем там он замечательные призовые, там что-то там пару тысяч баксов, как-то так. Вот. Для такого турнира фактически там ежемесячника или сколько там, чуть ли не еженедельно проходит в последнее время. Плюс у него команда, оказывается, есть. Не знаю. А может, Вайпенг это чуть другое, но я так понял, человек какой-то. Роба заказана у Клауди. Но утверждать не буду. Если ты на главной не видишь инфы, то разуй глаза и увидь ее наконец-таки. Так, пошел гейтик еще один. Пилон гейт вот такой. Наискосок. Стеночка к мэн. Здесь еще один пилон, и здесь гейт. Да, можно такую стенку на этой карте делать. Такой тип стенки. А здесь гейт вообще влезет. Вот здесь вот, мне кажется, что он спереди влезет. Вот так вот перед. Газ. Замечает зеркроба и улетает овером. А не идеально гейт здесь влезает в этом пространстве. Был я не прав. Три гейта-роба. Опять же, у Стрэнджа на этой карте он стандартно, стабильно играет билд с прилетом призмы, к которому вообще никто не готов. Ну, почти что в Европе, но некоторые игроки только готовы. И то, когда ты уже и на ладере, и везде на турнирах начинаешь отыгрывать, и тебя замечают, что у тебя такой хороший уровень, как у Стрэнджа, становится, к тебе начинают подстраиваться. То есть нужно что-то менять, естественно. Вот, ну и то даже работает до сих пор. Здесь же тоже какой-то, видимо, передрогом. Здесь более топорный такой, в общем-то, врыв. Просто стандартная. Призма 3 адепта. Пользователь NSK Reality активировал премиум на ваш канал. Спасибо, NSK Reality. У тебя микро ужасный. Либо у тебя ужасный звук, у меня микрофон великолепный, либо у тебя с головой что-то не в порядке, друган, встреча. Муфручем делается и гидроден пошел, но этот гидроден, возможно, уже будет в люркерден превращаться, потому что если хотел бы тайминговый пуш делать какой-то, то, наверное, он уже пораньше бы думуфручем это все делал.
Дед Билдер, да уже что-то говорили кто-то. Нет, синяков никаких нету. Отсвечивает, видимо, так. Плюс последние дни, как бы, ну, не могу норму выспаться. Все, ну, как-то меньше сплю, чем обычно. Поэтому у меня природная есть, как бы, такая под глазами тема. Это вообще никогда не проходит. Просто никогда. Практически. Ну, бывает посветлее, потемнее. Звук супер, ну вот, у кого-то что-то там не супер. Не знаю, что может быть не супер. Причем здесь сердечко, с какой еще печенью? Мой стремился микроконтроль, то есть я сижу, типа, что я микрю здесь за обсервера не очень. Нифига предъява лошадиная вообще просто. Да ты микришь за обсервера не очень, братан. Вот я в топе ГМЛ. Добавляются пилончики. В этот раз Протос решил сыграть, кстати говоря, в макро. Обратите внимание, плюс один доделывается, блин, доделывается. Два... Руба строит дестабилизаторов, четвертый Нексус сейчас пойдет. Заходит сюда под камни у нас в Клауде. Здесь уже люры очень даже много у Слипа. По рабам 76-69, по добыче примерно одинаково. У Зерга газа больше добывается, соответственно, то есть у Зерга... 8 уже газов, нет, 7 сейчас, 8 начнет добываться, угроза 6 пока, но он 4 вообще не раскачал. Минус 2 люркера, номер 1. Обсервер, правда, погибает, нужно остальных выжимать. Фронт люры очень хороший, но если стрелять очень точно и подводить дестабилизаторов с прироста сюда, они по две штучки строятся, тогда уже можно люру будет очень быстро минусовать начинать. Спасибо, Витер, 3 шестерки. Сейчас попозже проверю, я сейчас просто все лишние ссылки закрываю обычно. Раньше у меня все кошельки открыты были, ну, просто сейчас редко на кошельки куда-то заходят, они как-то меньше использоваться стали. Проблемы с ними постоянно, там то какие-то банки там не дают вывести, то еще что там, данные эти все как на Яндексе. Но буду иногда открывать. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Врывается еще так. Залп еще один делается от дестабилизаторов. Тут говорили, что-то на свой выводить нельзя, что-то там. Вот. Здесь залп по лингам, линги и минус. Лингов что-то 10 миллиард, они собирают сюда дальше врываться или что здесь делает? Слип, я пока не понимаю, что он делает. Чейнзингов на хайграунд засылает. Линги как стояли, так и стоят. О, блин, прогеймер нафиг, корейский. Встал и стоит что-то. Здесь можно в любое направление идти, просто минусовать. Отходит просто назад немножечко. Уверчажа нужно выставить. Вот, пожалуйста, минус дестабилизатор сейчас на халяву. Хотя, нет, смотрите... Дестабилизатор вообще ни разу не согласен с минусом. Я, говорит, вообще не минус, пацаны. Я от меня только плюсы одни. Минус 27 лингов просто за залп сейчас. Ну, может, не за один залп. А, там, наверное, предыдущий был залп еще сейчас. Ну, дестабилизатор всего парочку штук. И Слип начинает выдавливать отсюда оппонента понемножку. Минус люркер по-другому попал еще. Зачем двумя патронами? Зачем вот любят просто двумя патронами стрелять дестабилизатора?
Билли, ведь это может быть последний патрон вообще. Два дестабилизатора. Стреляй по одному, стреляй наверняка. Не ставь на очередь, не ставь на три патрона. Ставь на один, как с калаша. Прицельно бей, блин. А он стреляет. Куда пошло все это? Еще один зал пошел, залетает прям в глубину. Ну, там столько юнитов. Просто немножечко не достает. Заходит зерк, но здесь слишком много просто. Ленги наламываются, ленги уничтожены, филды новенькие пошли. Нужно залпы новые делать, залпы новые идут, так вот под... Ну, китаец. Неужели... Ну, хотя вижена нет, он стреляет наверняка, знает, что здесь один точно есть. Но знал бы он, сколько здесь на самом деле, то он стрелял бы дальше просто люркеров. В итоге все-таки зерга отсюда выживает. У зерга уже Greater Spire готов сейчас будет. Есть корабторы? Да, 9 штук. Есть день. Вот они висят. Сейчас бруда будет заморфлена. 9 штучек. Адепты сюда приходят. Королеву одну не отпустили. Но здесь Флит Бикон. Ну, правда, Флит Бикон-то только строится. А бруда сейчас уже заморфится. При этом забегание на 9 часов идет, которому просто вообще не готов. Минус база сейчас сразу же. Рабочие все падают, адептов варп не такой уж большой, еще не факт, что они отбить успеют, нужен уверчаш выставлять. Да, Нексус-то упадет, скорее всего. Здесь проц давят, брудов 9 штук, и кажется, это минус проц будет, еще темпестов не строит. Хотя, посмотрите, Нексус, блин, пораньше бы уверчаш выставил, покажись бы, Нексус отбил бы сейчас. И все, пошел зерк вперед, я думаю, что здесь, несмотря на то, что проц хороший вроде как лимит, ему... Крайне сложно будет справиться с этим выходом. Здесь люра плюс бруды. Люры достаточно много, а нас плюс 2. 15 корабторов делается. То есть темпистам уже тяжело будет атаковать, несмотря на их гигантский рейндж. А Проц сделает выход сейчас вперед. И я думаю, что решение верное. Нужно сдерживать зерга сейчас контратаками, пока ты темпистов не отмасишь. Здесь приходит люра, выбивает черты нексус. Ну, нету обороны. Нет даже фотонки элементарной, стационарной никакой. Здесь можно было, кстати, на блинке прийти камни пробрить, и сразу бы подставилось это ценнейшее здание под названием Greater Spire. Зал дестабилизаторами делается, плетку одну убивает, но всего лишь одну. Опять забегание лингом идет, и опять Проц не готов нигде к этому забеганию. Да, запас 3000, там, 3600 на 1700 сейчас у Проца, но такой запас очень быстро потратится, если сейчас вот так вот он будет пропускать просто врывы лингов халявные. Бруды все отгоняют, брудов уже не 9 штук, а 13 штук. Это уже крит-масса. Сталкеров у Проца в данном миксе 18 штук. Они никак не смогут выбить 9, 13 брудлордов, под которыми гидра и королева, это факт. Плюс еще и корабторы есть. И люра продолжает прессовать, и победный марш зерк проводит сейчас по центру. Так, гидра тут агрится на армию Проца. Проц будет агрессивный блин со стороны Проца, не знаю. Залп еще один пошел, минус Immortal, тут будет сейчас брудлингами окружен весь. Накидываются на дестабилизаторов брудлинги. Не успевает даже стрелять, сталкеров подварпил, ну там на одного больше сейчас, правда, погибло. Но толку-то эти сталкеры ничего сделать не смогут, тут разве что в размен идти и как действительно по воздуху пытаться. Но воздуха не будет, говорит зерк, воздух не дам, я эти построить, темписты все уничтожены. Сколько сталкеров? 23 сталкера на 13 брудов. Даже 23 не помогут. Позиция очень печальная для Проца. Он заходит, даже все сталкеры не могут стрелять. Плюс брудлингов миллиарды. В чем плюс? В чем критмасса брудов заключается? Это еще из Вола известно. И об этом не раз я говорил, толковал. Вот если бы они были как гварды в первом Старкрафте, просто дэмэдж наносили, это было бы одно. Но они плодят брудлингов. И чем больше брудов, тем брудлингов больше. И тем тяжелее землей убить. То есть, если там, например, 4 бруда летает, и там у тебя есть 2 архона, то двумя архонами можно просто подойти и развалить даже. Там, ну, 4 не развалишь, конечно, если там зерк контролит, но тремя архонами там в легкую. А когда брудов штук 16 становится, уже даже просто, я не знаю, там 20 архонов их не развалят. Они просто физически к ним не подойдут, там брудлинги будут просто все окружать. Также и сталкера, они просто их вытесняют, по земле дэмэдж гигантский наносится, еще они и грызут. И позицию не дают занять. Короче, 2-2.
Микрофон у меня Blue Yeti Pro. Привет, Наргил. Ну что же, 2-2, и карта Ульрена при этом, напряженнейшая карта. Напряжометр еще какой? Игра приостановлена. ППЛА, Клауди говорит. Так, ну что, на второй базе криптумор пошел, королева добавляется на мэне, еще одна. Муфлингом делается, здесь уже добыча вовсю идет. Адептик приходит, иллюзия-то будет лететь, нет? Полетела иллюзия, королева встречает адепта. Иллюзия на мэйн заходит, видит лингов сейчас. Прекрасно, Клауди, адепта надемеджила королеву, но хп, кстати, не сняла, можно уйти, сейчас просто поля отрегенится, и все. Третью хатку выходит ставить зерк. А у Протуса тут интересная очень такая тема пошла. Зачем ставить на стороне зерга, это все просто единственный момент. Ладно, Старгейт близко лететь надо, но Твайлайт, особенно с Даркшайном, если ты собираешься, зачем на стороне оппонента ставить? Ставь где-нибудь на своей, вероятность меньше, что найдет. Муфовером делает сейчас. И Даркшайн пошел, посмотрите.
Третья пробка приходит. Абсолютно для меня загадка. Вот протосторой Даркшайн. А что он собирается этими дарками сделать сейчас для меня? Просто секрет. Пилона здесь близко нету. Ставь пилон-то ближе. Я не знаю, что он, они отсюда пойдут, что ли, с этого пилона или с мейна прям с гейтов. Хотя 10 близко, конечно, но зачем мудрить-то, я не понимаю. Стали адепты здесь блокируют от лингов это направление. Можно иллюзии запустить, хоть разведать немножечко, что они стоят-то тут бесцельно. Спорка в минеральной линии пошла, кажется, что-то подозревает у нас зерк. Ну, на третьей базе спорки. И сейчас лейр уже будет, что толку-то. Даркшайн готов, дарки не варпятся вообще. Где они варпятся, эти два дарка? Вот они, три варпятся. Ну, бред же. Ну, бред. Ну, как можно так тормозить? Был бы здесь пилон, вот сейчас бы точно бы минуснул бы третью хату, например. Здесь линги забежали с роучами, выбили адептов. Будет ли вперед идти зерк, не знаю. У него есть муфовером, сюверсир просто как метеор уже летает. И вероятность того, что дарки зайдут, поэтому минимально. Вот он возвращает сюверсир, начинает бомбить третью хату. Здесь роучи прям рядом стоят, плюс сюверсир прилетел. Все, дарки минус три штуки. Провал для Фродса полный. Кажется, Слип переворачивает здесь вообще. Встречу с Айн 3-0 его забрил. Не смог Слип ничего сделать. А вот с Клауди что-то Слип, я смотрю, прям потащить решил сейчас. 30 лимита разница, 93-63. Это серьезная заявочка. Так, идут варпа еще. Еще один оверчаш пошел. ГГ пишет Клауди, 3-2 слип, смотрите-ка. Вот как на слипа прогонишь, скажешь, что непонятно, кто слип должен всех наваливать, а оказывается бич. Слип приунывает, расстраивается и сразу тащить начинает. Видите, какая сила просто, просто сила. Сказал я просто, что-то слип бичует просто. И слип сразу же просто с 0-2-3-2 сделал. Вот так вот. Тренер Вуду, я бы сказал бы. Тренирую тащибельность на расстоянии. И соперников деморализую. Хвалю, сливаю. Предъявляю, сразу же тащить начинаю. Ждем третий матч. Завтра топ-докс, так он сегодня вроде как. Ну, пока не знаю, я буду стримить или нет. Сегодня, скорее всего, нет уже. А вот завтра точно буду. Не, на битву экстрасенсов я пас. У меня узконаправленные способности.
все, возвращаюсь к вам. Сейчас создадут игру, я отойду буквально на пару секунд. Потому что хочется. Хочется сходить. Отойти. Все, все здесь, сейчас отсчет пойдет. Зерк Проц у нас еще одна играть. То есть Слип сейчас против Алохи будет биться, я так понимаю. Все, начинается игра. Сейчас ФП поставлю, на минуточку отскакиваю и возвращаюсь к вам. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Так, все, я здесь. Что, лагает кто-то, что ли? Вроде лагов не было до этого вообще нифига. В предыдущих матчах. Двух. В двух предыдущих бо 5 лагов не припоминаю я. Ну, у меня пинг 327. У меня пинг нормальный. Здесь у нас 17-я хата... Газ-пул, соответственно. Или пул одновременно с газом, примерно, был. Здесь у нас Nexus первый был. Зерк играет без разведки, поэтому он об этом не сразу узнает. Жарил котлеты, возвращаешься. Котлеты — это хорошо, конечно. Так, к
КВ-322-322 счет. В третьем в 5 пока 0-0 счет. Пробочка минус. Опа. Игра. Паузу просто просят на Узерка агрессивный билд. Обратите внимание, у него Руч Ворон стоит. Непростой это Роуч Уоррен, явно какой-то агрессивный, слишком ранний он уж прям какой-то. Просит подождать немножечко. Игра возобновлена. Да свершится правосудие. Ну что, 8 роучей заказано. Это, конечно, интересный и сильный врыв, безусловно, со стороны Зерга, но газ у него один только, то есть реледжеров здесь много не будет, абсолютно точно. А что самое важное, так это то, что пушку на этой карте нужно делать не на вот сюда, например, на эту базу через рампу просто широкую, а через узкую рампу на хайграунд, потому что вторая база защищена мейном. Плюс есть Мазеркор, который воздушный юнит, и его в принципе не сбить, да, там ни роучами, ничем. Разве что фаерболами можно, и то, если оппонент с руками не сбить его будет. Забегают линги, забегают роучи-реведжеры. Фаерболы пошли. Чё один уверчаш, что всё выставлен? Пилона 2, уверчаш 1 выставлен. Ну что за бред вообще? Падает уверчаш на пилоны. Эти адепты уворачиваются. Еще пилончики пошли сейчас. Гейт прогрызается. Фаерболы все новые и новые идут на пилончики. Нужно ставить филд. Филд ставится. Второй уверчаш выставлен, кстати, плавно был. Ну пока 50 энергии до третьего уверчажа нет. Стабилизатор готов, ну куда он стрельнет? Куда ты стреляешь-то, дурак? У меня других слов нету. Ты что, не видишь, что здесь плотная застройка? Какой тормоз просто, а просто я поражен вообще. Стреляет, здесь застроено, все, он стреляет куда-то. Какая сволочь стреляла? Там оружие с кибернетки просто сейчас. Вот. А это главный контролер стреляет у нас здесь. Запросто флинги все дотекают, а дотекают. Пытается давить до сих пор. Да блин, заскрой ты проход уже наконец-таки этот. ГГ, ты еще слип, понимая, что не продавить. Пошел инвайт, спасибо, захожу.
Ну что, ребят, БУ 5-1-0 проц ведет. Непонятный пуш, вот где бы, вот на этой бы карте такой бы пуш вообще зашел бы от слипа, мне кажется, очень даже неплохо. Но на карте Сумеречные башни, прошу прощения, Cloud Kingdom хотел сказать, вот я хотел липануть. На карте Сумеречные башни, на карте, где идти достаточно долго до оппонента, и где он живет, на мейне, за вот такой узенькой рампой, ну это, по-моему, было просто самоубийством делать. Заказан пул. Ну, здесь 17-я хата Гаскул, опять же. Здесь через гейт кибернет купник, причем Нексуса нету первого. С гейт кибернет потом только Нексус. Да, будет вот именно такой билд. Кстати, интересно. Вариация всегда интересная, когда билды не абсолютно стандартные используются. И сейчас, видимо, пилончик еще будет заказан. Где он будет? Здесь. Здесь проход будет с самого краешка вот с этого. А здесь еще здание какое-то. Ну, не знаю, мне кажется, лучше сюда пилон. Там он будет меньше достреливать, конечно, сюда. Ну, посмотрим. Судя по предыдущей игре, по идее, зерк не должен пушить, да, как бы. Ведь у него все провалилось абсолютно. Что, пробочка минус? Ну, лингов 6 штучек, да? И, 8 у Зерга есть лингов. Не надо лезть сейчас адептом, это 100%. Нужно попытаться уйти и как-то уйти домой вообще процу. Адептик стоит, и кстилинги уже пошли к нему. Иллюзия пролетает здесь. Можно было принять. Если бы зерк был более внимательный, он бы лингами сейчас на перерез этой иллюзии пошел бы и просто бы уничтожил бы адепта данного. Пошел еще. Так. Так. А где проход-то, я чуть не понимаю. Наглухо застраивает сейчас проц. То есть у него готова руба сейчас. То есть это будет абсолютно точно какой-то врыв с призмой. Но я не понимаю, каким образом это будет все происходить сейчас. Где будут гиты новые ставиться. И что, к чему это должно привести вообще. Почему наглухо закрыть проход, я не могу понять вообще. Короче, не знаю, ребят, что здесь. Что именно Проц хочет сделать, я без понятия. Но, по-моему, Зерк все понял. Причем это, по идее, должен быть вообще улын. То есть гейты должны добавляться, ведь здесь все наглухо закрыто. Ну и пока здесь 3 гейта всего. Призма не готова. То есть пару варпов вообще Проц пропускает. Сейчас нужно. Да, вот пошел еще варп. Зачем? А зачем домой еще? А, ну он с призмы вывезет, видимо, сейчас это все дело. Линга адептами на ксилнаги минусует. Призму надо забирать, зелка одного оставил. Вот бред. Сентрю в итоге оставляет. Сталкер адепт, 2 зелка летят харасить сейчас. В это время 2 адепта приходят. Огребают тут лингов здесь. Телепортируется один из них на мейн. И роучи сюда привел. А смысл сюда призмой-то прилетать? Какой-то бред вообще просто, по-моему, делает. Ну что, королева минус, только кусманы полетели по сторонам. В это время
Линги что-то забегали, ничего не получилось. Достраиваются Immortal, Immortal Push, что ли, будет какой-то нелепый. Старгейт пошел. Два Старгейта поздних пошло здесь. Immortal и Призма летает харасить. То есть гейтовое мясо плюс Immortal плюс два Старгейта. Ну, в Старгейтах наверняка Фениксы будут строиться. И в итоге, вот я о чем говорил, просто какой-то дебилизм сделал, ему свой гейт придется сейчас пробить, чтобы выйти просто отсюда. Вот он последний вар свой провел в данный момент и падает. Что-то лингов многовато. 54 линга, 4 реводжера, еще один морфится. То есть это линга реводжера. Но реводжеров мало. Линга реводжера пуш сейчас идет. Здесь фениксы у нас строятся. Здесь бы пару грелок, может быть, бы построить было бы лучше. Но пока... Не, ну если было бы фениксов штучек 6 хотя бы, они бы уже бы тоже подрешали. Даже 4 бы уже бы могли бы там, я не знаю, тех же реводжеров поднять. И что-то сделать нормальное, как бы. Здесь по фаерболам прот гуляет, аккуратнее нужно быть. Три филда откидывается сейчас. Сталкивает с зелками вперед, ломится. Куда они ломятся-то? Передумал слип прессать? Да, передумал. Гидроден строится. Здесь прот настолько испугался, что грелку заказал. Уже можно отменить и заказать в итоге фениксов просто. Ну, прот решил, что ладно, пофиг, грелку оставлю. Мазеркор чуть не отдал. Сейчас можно встать к этой рампе и спокойно заргаргать сюда. Даже фаерболы ему не помогут здесь пройти, потому что, ну, ты ставишь филд, фаербол падает, убивает филд, ты новый ставишь, собственно, филд. Еще надо новый ставить сюда. Да куда ты ставишь, тут уже место надо дальше ставить, ниже. Ставится ниже, вот то, о чем я говорил. Невозможно пробить. Третий некс начинает раскачиваться, лимит у просто уже больше. Два старгейта чуть пока не работают. Твайлайт фаржа пошла. Вот Твайлайт фаржа как-то поздновато. В итоге старгейты ни к селу, ни к городу получились. То есть фениксов построил две штуки, одну грелку. Все. Забегание на третий нексус идет. Пробки под ударом. Сейчас несколько штук погибает моментально практически. Фаербулы будут падать сейчас. Да, будут фаербулы падать прямо в центр субпротоса армии. Ну, один сталкер всего лишь погибает, не так уж много потерь. В это время адепт на третьей базе харасит, на мейне напрягал адепт. Фениксы висят, ничего не делают. Фаржа Твайлайт готова, нужно заказывать блинк и плюс грейд на атаку. Ну, просто что-то тут тупит. Чарж. Такой заказал чарж, потом подумал... Отменил на секунду, но подумал, да нет, чарш нормальный, обратно заказал, прикольный момент сейчас был со стороны протаса, может подумал лучше блинк или адептом скорость так и не знаю. Но решил чарш, ну нахрена тогда тебе робобейт, если ты чарш делаешь? Делаешь чарш, архонов надо добавлять, два газа на третий да, заказывается. Здесь у нас иллюзия полетела, иллюзия минус. Призма пытается ворваться на мой. Здесь линги есть, поэтому ничего не получится. Почему процессы при наличии призмы и старгейта остров не берут? Хороший вопрос, на самом деле. Я сам не понимал. Остров надо брать. Вот на такой стадии Козерк не в шпиле играет, по-моему. Чтобы не идти ни к четвертой базе, сидеть здесь спокойно и третью оборонять. Остров идеально, по-моему, брать в данной ситуации. Но просто да, потому что не всегда здесь острова берут. Таймварп пошел. Таймварп мимо вообще зерг армии полностью. Причем здесь фаерболы кидают новенькие сталкерами. Надо уйти к рампе. Отходит просто назад. Грелочка агрится, идет вперед сейчас. Подставляется. Фаербулы прям в минеральную линию падают, так что и пробки, и кто за пробками стоит, а там сталкеры стояли с энтри, под ударом оказываются. Здесь пытается зерк выйти в этот узкий проход, но узкий проход тяжело пройти сейчас. Прот ставит новые филды, вроде как дерется достаточно эффективно,
И Зерк вынужден отступить, кинуть несколько реледжеров и лингов. И Протс чудом, но отбивается, причем через колоссов. И причем у Протса плюс один есть, а Зерк вообще грейды не делает сейчас. Зато у Зерга Люркер Дэн будет скоро готов. Паузу Протс просит. Приостановлено. Так, ваш, кстати, про WebMoney, мне кто-то говорил, что на WebMoney поддерживал сейчас, ну-ка. Надо бы проверить. Игра возобновлена. Так, ладно, в паузе проверим, походу. Возобновляется игра. Пилок с адептами минусует королеву. Адепт куда-то там телепортнулся? Не, не телепортнулся. И я вижу масс-масс люркера здесь у Зерга. 15 штук уже присутствует. Ну, колосса колоссами, но против люры они сейчас не ахти, как у юнит, на самом деле. Потому что рейндж такой же, как и у люры. А дэмэдж, мягко говоря, так себе. Заходит Протс через оклик на всех люркеров. Минус Протс вообще в нулину. Смотрите, как с разных направлений люра унижает здесь. Просто в хлам. Ну это оклик Протс просто был сейчас типичный. Куда ты полез так вообще? Дурачочек. Просто жесть какая-то. Обсервера нет, ничего нет, в этого не бегает один-один. Так, от вида 3 шестерки на WebMoney. Не часто бываю, но смотрю. Спасибо за преданность делу. 115 рублей. Спасибо большое тебе. Я что-то и подзабыл, что ты это говорил про WebMoney. Буду надеяться, что почаще будешь бывать. То, что люра невидимая, это, конечно, плюс большой, но тут и не в этом дело-то было. Важно, как можно с ней драться, а как совсем нет. 1-1 у нас счет, слип против Алохи. Привет, Руан.
Нет, Guardian не работает на здание. Но на юнитов работает как на земных, так и на воздушных. То есть, если ты, например, играешь в армаду, самую жесткую в Роудсе, где Мазершип, Карреры, Грелки, там Темпесты, и под ними ходит одна центря хотя бы, ну, плюс там все штормовики, потому что со штормом это вообще жесть, микс. И одна центря с 200 энергии, это очень круто. Почему? Потому что в самом лайтовом замесе вся вот эта адовая флотилия еще может и плюс 2 армора получить. Вот, микс-масс. Лайф условный срок вроде как далее, но играть ему, естественно, запрещено в StarCraft теперь. Робо пошло прям за стройки. Ну, Люра, да, там идеально стояла под то, что Протос сделал. А зачем это сделал, это уж надо у него спросить. Мне кажется, что Протос, он как буф просто оказался в данной ситуации. Провальный телепорт адептом, минус адепт, который ничего не убивает. Зачем? Ошибки нелепые какие-то от Протоса. Ну, бывает, конечно, такое. Все строительство идет вокруг рампа вообще. То есть, просто залетай, смотри, по линии, поли вообще не... Все. И сверхранняя призма опять какая-то. Правда, что этой призмы можно сейчас сделать на этой стадии, для меня загадка. А, прокси Даркшайн пошел. Пробку свою застроил, блин, какой протос косячник, просто жесть. Зерг здесь все грядет. Сейчас, ребят, я твич проверю, что-то мне казалось, как будто что-то со стримом случилось. Не, ничего не случилось, все работает вроде бы нормально. Пробочка к третьему никсу выходит сейчас. Здесь у нас призма летает с двумя адептами, пытается просто напрягать, но, мягко говоря, не очень удачный харас получается. Морфится уже оверсир, то есть уже даже и спорки-то зергу не особо нужны. Оверы, так как с мумом оверсир будет просто метеоритной скоростью летать, обнаруживать всех дарков вероятных, которых может сделать спротс. Поэтому я уже не вижу смысла дарками здесь запаривать, пытаться зерка. Два дарка варпится, прямо оверсир прилетает и передумал варпить этих дарков. Призма на ровном месте минус, адепты в ней погибают. 59-85 по рабам. Ну и летает слип, расконтраливается, видит третий Нексус. Если Даркшайн видит, то должен понимать, что где-то он в прокси вообще находится. Можно проверить, убить. Надо выйти камни пробить, я не знаю, что Прот сидит. Три юнита крестом. Против зерга на такой стадии камни не пробит, ничего не пробито вообще. Сейчас бы просто вот этими даже 16 лингами, ну хотя нет, 16 навряд ли отменил бы, но было бы чуть больше, бы пошел бы отменил вообще. Наконец-то спустился, камни уничтожил. И два старгейта на мэне.
Так, что за шумач, которым только знает Коми? Ну, если никто не знает, что такое Team Liquid, и что там можно посмотреть, что будет, то тогда, конечно, только Коми будет знать. Потому что он-то знает, что такое Team Liquid. Я знаю. Посмотрел, увидел шоу-матч, увидел, что китайцы его организовывают. Наши знакомые, да все там китайцы нормальные. И пришел, разрешили постримить, почему бы и нет. Плюс 3 гейта еще ставят. Версет вылетает. Загадил Старгейт один, в итоге Феникс и строится, и Бродс вообще не может контролить нормально. Я не знаю, что через Ак Лигу послал бы за Оверсиром бы за этим тогда. А у Зерга хайф тем временем. И Гидроден. А, вот Люркерден, в котором морфится рейндж и скорость гидры сейчас. Здесь у нас доделывается чаш, доделываются гиты, архивы темпларов готовы. И флитбикон пошел. Сколько гитов у нас? 4, плюс сейчас еще откроются. 4, 8, 10 гитов будет сейчас, я так понимаю, бросаться. Эй, 8 гейтов вру. 8. Привет, Паш. Ну, раньше использовали эту тему оверсиров чаще. Сейчас как-то не так часто. Может, какая-то будет. Были билды в ходе, где ЗВЗ вообще с помощью нее блочилось продакшн личинок просто. С массовым использованием не припоминаю билдов сейчас пока, но чтобы подгадить, там грейд задержать или какие-нибудь юниты ключевые, это вполне себе работает. Влетает Феникс, просто провал. 4 Феникса из 5 даются, это тоже уже бесполезен в итоге. Еще не готовы темписты. Ну что, Зерк встал, не идет вперед. Вот сейчас не спускается. Достает до пилона. Да и до второго достает. До зилков здесь достает один люркер. Ну и что-то забоялся Зерк, типа темписты здесь летают, но в это время забегание идет на третью базу. Рабочие, правда, просто не гибнут, и 170 лимита. Сейчас тут опасность темпистов много скопит, может ведь и напряжно быть. Но много не скопит, просто тупую просто отдает сейчас своего темпистов. Две штуки первых. Если ура заход, просто минус пилон, минус армия Бродса, просто что-то стоит вообще, чего он ждет, непонятно. Потерял 50 лимита, стоя, ничего не делая вообще. Ну и теряет эту игру в итоге, в хлам просто сливает, слип минус делает. Вообще скиллуха подъехала просто вот в этой игре какая-то. Вообще бред просто Протс делает абсолютный. Причем ОПМ 360 у него. Ты что, совсем что ли, блин? Куда ты жмешь-то так? Че он там жмет, я не знаю.
Так, я думаю, что я не думаю, я уверен, что здесь все ГМЛ-ные игроки, ребят. Причем на корейском сервере. Хотя не факт, конечно, но скорее всего так и есть. Так, здесь через два гейта опенинг в этот раз у Алохи. Ну, не знаю, давно не видел, чтобы так через просто два гейта открывались. Хотя на этой карте это интересно, потому что идти достаточно близко через вот центральное это направление. Плюс. Плюс и здесь, посмотрите. Лингов-то нет нифига. Адептики заходят на мейн, ситуативно действуют сейчас. Просто великолепный эволюшн со стороны Зерга сейчас кинут был. Три дрона забирает и уходит, как ни в чем не бывало. Но куда не жадничай, куда ты идешь-то опять, адепты имеете? Хотя еще два линга забрано сейчас в итоге. Можно еще одного попытаться забрать. Может быть и Дарабов достанет. Нет, Дарабов уже замахивался, хотел замахнуться, но не стрельнул в итоге. Просто по рабочим. Здесь у нас третья хатка пошла, минералы подкопились. Надо дронов строить. Три сейчас потерял на ровном месте дрончика. Гадите, как два там. Три шубил. Мне показалось, три на мэйне убил. Два всего дрона, оказывается, убил. Почему мне? Значит, там что-то другое. Линга убил, получается, адептами одного лишнего. Ну, а здесь овер летает. Сталкер, кстати, с сентрию стоит здесь рядом. Можно было бы и сбить овера. Все, муфлингом готов. Нужно уйти этими адептами через центр, видимо, либо через нижнее направление. Да неважно как. Здесь пробка палится на овере, не видя его, между прочим. В итоге сейчас будет уничтожено. Зачем это вообще делается, не знаю. Вот она пробочка, еще слип что-то тупит долго, очень долго соображает, что ее нужно убить. Наконец-то убивает. Здесь приходит 4 адепта, но лингов вполне достаточно, чтобы их сгрызть. Плюс еще ведь и 2 королевы. И вот это какой-то очень странный врыв со стороны Протца был, ошибочный просто. Напрочь ошибочный. Не знаю, зачем он так делал. И гидроден пошел сразу же у слипа. Пилончик в рампе.
Так, приходит флот, пытается подпушить. Вроде как бы даже что-то и получается, но оракул здесь вообще лишним был, падает моментально. Еще один гвардиан шилд рублен. Сзади адепты дотекают, гидра выходит все новое-новое, дроны едут вперед, лимита просто меньше, чем зерга. И в итоге зерг с рабочими, просто с королевами, с лингами, с гидрой, все это принимает, причем в хлам как-то разбирает здесь. И даже мало чем просто успеет отступить, скорее всего, здесь. Вот несколько адептов буквально уходит. 79-67 по лимиту. По рабам близкая ситуация очень, конечно. Но Протс вообще технологий в данный момент-то никаких и не имеет особо. И линги все дальше и дальше. Вот ГГ пишет, Протс ли побеждает. 3-1, посмотрите-ка. После 0-3 Айна и после того, как он просто 0-5 шел на этом шоу-матче, представьте только. А закончил 6-6 и 2... пары выиграл даже, между прочим. То есть собрался и потащил сейчас. Ну что же. Это одобряю я. То, что потащил таким образом. Так, ну что, давайте-ка сейчас посмотрим, что у нас тут, к чему. Еще что-то будет, что ли? Слип против Ху. Кто такой Ху? Аги. Один мод. Слип не хотел, походу, играть больше. Так, ну вот это, кстати, не было анонсировано сейчас. Матч этот против Ксиая вот этого. Ну что же, ждем, значит, мы продолжение. Я думаю, что уже все сейчас будет.
Так, ну что, пока жду инвайт, сейчас я отвлекусь буквально на минутку, другую, и будем досматривать. Так, я здесь, ребят. Что-то непонятное там происходит.
Так, привет, Дуинг. Короче, что-то очень все долго, если честно, происходит. Сумеречные башни, король Сижон, Фрозен, руины Прион, карта. Ну что же, поехали. Четвертый матч, который вообще не был анонсирован. Ну, посмотрим, что из этого будет. Ну все, поехали. Очередной бой. 5-4 уже на сегодня. Во сколько я там стримить-то начал, получается? Получается, начал я стримить в так, в 15.00. Сейчас 18. Ну, уже 3 часа идет стрим. Я думаю, что все меньше гораздо будет. Ну ладно. Не суть вопроса. Уже топ-докс через час, но у меня, наверное, будут дела, отойду ненадолго после топ-докс. Улучшение завершено. Смерть на пороге. ДСМ готов. ДСМ готов. Так, нет, не буду стримить этот турнир сегодня. Буду занят сейчас после, соответственно, вот этого Б5. Скорее всего, завтра, если будет, он продолжаться, то постримлю. Сегодня же навряд ли. Ну что, раскачивает у нас слив вторую базу. Здесь рипера зажал, беднягу, он попался. Линги его загнали на мейн к кровожадным королевам двум. Они его, собственно говоря, и закидали своими какими-то этими шипами непонятными. Продолжаются инъекции, делается мув овером. Два криптумура идут уже вниз с хайграунда. Ну тут что-то все неплохо. Сейчас крип вниз еще пройдет, и можно будет еще два криптумура снизу поставить, но пока что не спешит, на самом деле, зерку сейчас поставил. И что так близко-то дальше поставил бы он туда, не знаю. И еще криптумуры поперли. Короче, крип распространяет сейчас. Бейлинг Нест. Пошел плюс Эволюшн. Ксилай что тут делает? Ксилай третья сэшка полетела. Так, интересно.
подрезает овера сейчас. И пошел хелбат пуш, между прочим. 6 хелбатов, там 7 мариков будет в этом хелбат пуше. Еще гелион устроит, сейчас еще хелбаты подъедут. Здесь забегание лингов готовится со стороны зерга в ответочку. Трансформироваться надо быстрее и врываться уже, что и делает тиран. Марики разгружают, сейчас пойдет атака. Здесь заходят линги, еще гелиончики едут вперед. Что ж ты так долго-то стоишь, что думаешь? Стоит, что-то думает. Здесь забегание в это время прошло. Ну, конечно, здесь уже ничего не получится. Здесь 11 бейлингов, 4 королевы, линги новые делаются. Нужно отвлекаться постоянно на это забегание в итоге. Заходят бейны, Марика взрывает всех-то сразу практически. Колбаты тоже взрываются, и тиран просто бегом домой сейчас побежит. Ну, кстати, по рабам тиран в плюсе, что самое интересное. Сгрызаются гелионы, сгрызаются хелбаты, линги бегут вперед. Может быть, это еще беллингбаст на хайграунд будет, не знаю. Не, ну это уже прохладный беллингбаст, конечно, будет. Здесь уже ничего не сделать, здесь либератор, там хелбаты на рампе стоят. Линги под либератором бегут, 2 минус в итоге. Сэшка их терноват, по-моему, тиран сел сейчас. На халяву зерк нанес почти 500 дэмэджа, 320-340 где-то дэмэджа. Здорово, Кей. Криптуморы поперли еще вперед в массовых количествах просто. Расставляются здесь, выходит к девичище сам планомерно зерк. 1-1 доделывается, лейер доделывается, по рабам плюсе, по лимиту в плюсе. Но тиран не так уж-то здесь и плохо себя чувствует. После напрочь проваленного хелбат пуш, просто зерк много вложил в его отбивание. Там беллингов много и т.д. Вот. Всех приветствую, кто недавно пришел, почти 500 у нас человек на Twitch, соответственно, включен у меня, кстати, на Team Liquid, я его не убрал, поэтому он там и выставлен на Team Liquid сейчас, надо поменять будет. Ну и задержки нет на стриме, это сейчас самое главное, тут шоу-матчи какие-то, не знаю, китайцы против корейцев, есть и даже какие-то призовые, никакой информации про них нет, но были сегодня анонсированы, я вписался быстренько, ворвался, в общем-то, стримлю сейчас. После этого прервусь, на сегодня будет все, завтра подольше, наверное, постримлю. В вечер, так сказать, вот, ворвусь. Хотя сегодня топ-докс, там есть турнир, но там фьюри-стримы в основном, как бы, и думаю, что завтра грамотнее, логичнее будет постримить. Я не знаю, правда, завтра что там будет, надо посмотреть, может, дую-кап какой-то в нем будет, может, еще что-то. Два-два тиранчик делает. Пока единственный из китайцев, кто слипа развалил, это был Айн, тиран китайский, восходящая звезда, как мне кажется, китайская такая, Старкрафта. Потому что очень неплохо он играл и 3-0 выигрывал вообще. Ну там, конечно, были билды определенные, да, которые зашли, но тем не менее, это надо исполнить еще. Два других просто проиграли. Один вел, между прочим, 2-0 и проиграл 2-3 в итоге. Второй прокс 1-3 проиграл, ну там как-то он менее грамотно отыграл. Здесь же у нас просто сгрызается Ксивай лингобеллингами сейчас с эрговскими. Отступает Крампи тиран, здесь у него гигантская просто стенка на до 200 лимит саплаев настроена. И 4 кора... Так, видите, 4 я видел, только я 4 видел. На самом деле их 2. Почему я видел 4, а на самом деле их 2. Интересная прохлада. Вот, заходят линги, бейлинги еще раз. Без крипа на такое количество биота опасно уже ломиться. Вот, добавляется количество мариков. И 8 барак работает. Сейчас...
Так, кажется, я слышу Машу. Что с тем пачется здесь? Тиран, кстати, а не, фугасы есть в руках. Просто незаметно в таких больших количествах, что они есть. А линги-то замедляются, на самом деле. Приходит королева, но Ксивай здесь пытается давить. Сплит пошел. Ксивай действует практически, я не знаю, в стиле ютермала европейского тирана. То есть у него минимум вообще каких-то саппортящих юнитов, помогающим этому био. Там пару либераторов было, пару минок, которые вообще успели ли там закопаться, я не знаю. Но в основном чисто био и сплиты. Кстати говоря, пока очень даже неплохо получается. Сейчас вот 3-3 тиран заказывают. Единственное, что нужно поаккуратнее сейчас с давлением быть. Потому что минок нет, ничего нету. И можно тут и напороться, на самом деле, на отдачу какую-нибудь. Еще один сканчик пошел. Залпы минки здесь, сплит снизу, мягко говоря, неудачный, погибают марики мародеры, но сверху вроде как в целом пока тиран давит, и прирост сюда очень большой подходит, то есть он перестимпачивает все, и прирост перестимпачивает в том числе, ну вот очередной линго-б-линго-врыв. Вот тиран на самом деле, контроль у него есть, но действует, мягко говоря, не очень грамотно, не очень умно. Почему? Зачем ломиться вот и драться с зергом именно здесь? Почему не отойти назад? Тем более видно, что крип еще за спиной есть даже. И не сконцентрироваться где-то здесь просто на границе крипа. То есть обычно тираны вот прессуют так вот удачно, когда действуют на границе крипа. То есть ты его понемножечку отодвигаешь к зергу и сам пододвигаешься с приростом. В итоге, когда ты на крипе оказываешься, там зерк может накопить какую-то массу просто и в один момент тебя смять, и в итоге потеряешь все свое преимущество, как сейчас и вышло. В итоге ЦЦшечка с мейна перелетает, то есть нет никаких планетарок, ничего, то есть приходится оборонительно теперь действовать. Так, а здесь уже 4 ультрала, и уже армором почти готов. Грейды 2-2, у тирана 3-3, правда, но у тирана нету ничего, что против ультралов бы эффективно билось. Действительно эффективно, как, ну, я не знаю, разве что минки. Придется кайтить ультралов био, а это в лотре на самом деле очень такая история печальная, на самом деле, для тирана, потому что этих бивней с 7 арморами... Очень-очень тяжело катить, мягко говоря. То есть мародер по нему наносит в данный момент... Так. По 6. 12 дэмэджа ультрал наносит. Если еще один армор сделает, то тогда будет 10 вообще наносить. Марик наносит, соответственно, дэмэджа 2 вообще. А будет 1. Начинается кайтинг. Сверху... Нет, несколько юнитов все-таки смогли сныкаться. Королевы падают. Ультралы ушли, еще один скан идет, но нужно постоянно кайтить. Нужно либераторов добавлять сейчас, может быть даже лучше и не лезть тирану сюда. Зачем так подставляться? Ультралы сейчас сплэшем что-нибудь заберут явно. Попытка... Не, ну, без крипа на самом деле тиран много дэмэджа наносит. Но это постоянный стим, это постоянная нагрузка на медиваки, энергия постоянно, ну, высасывается, ее уже вообще нету, то есть вылечить нечем. Ох, кто тут такой деловой ходит? Маша. Ну, давай сюда тогда. Оп! Здесь какие-то. Да, он, смотри, сколько много. Познаю. И попадает тиран в ловушку. Сейчас был зажат с разных сторон. И просто уничтожен. Слипом. Он добегался. Караптор, точнее, либераторов не дождался, ничего не дождался. И разваливается в итоге. Большая. Угу, большие, да, бегают такие ребята. И бота багают большие. Угу. И бота багают.
что, тут пока что тиран держится, конечно, под двумя либераторами. Ну, кажется, Зерг готовит... А, вот, корабторы прилетают. И корабторов много здесь, реально, здесь их 8 штук. Пора идти убивать уже, фокусить всех либераторов. Пошла атака, либераторы падают. Кажется, это ГГ. Стеночка падает. Ну, здесь все, здесь минус. Здесь минус тиран. Хотя на рампе еще пока держится, но будет выбито все. Вот это. Ты что-то за тиран не выбил. Зерк вот эту базу не выбил. Странно. ГГ, Маш. ГГ? Да. Не хочешь говорить? ГГ. Все, хочешь пойти? Так, пошел инвайт, захожу в игру. Все, я здесь, ребят. Машу там целовал. Секундочку, звук что-то выключился. Так, ну что, Слип поднатренился после Айна против тиранов, смотрю, и уже на 0 точно не проиграет, если проиграет, ведет 1-0. Thank you.
пробивает камни слип сразу, потому что с этого направления можно подпушить. Вот Айн выиграл почему? Потому что он играл, я говорил уже, заготовочками. Первую игру 2 прокси барака риперы, дэмэдж нанес, выиграл. Вторую игру вот на, как раз на королесе джонге, вот на этой карте играл дроп, ранний дроп 2 медивака, 14-15 мариков, вот этот вот бил, дропнулся, не убил, но дэмэдж нанес, потом вытащил. И в решающей игре 3 барака рипера на храме во льдах, соответственно, и тоже победил в итоге. Потому что рипера хоть и не убили риперами, но дэмэдж нанес серьезный. А здесь лейер у нас. Ну что, и билд у тирана, кстати говоря, в ранней достаточно стимпак идет, насколько я вижу. Шпиль пасу. А ты кто здесь бежит? Опять к папе. Ну-ка сюда. Прыгаем. Оп. А тут и танк летает, да? И танк летает. Вот он полетел. Когда полетал? А вот он летит, видишь? Вот. Вижу. Вот он стреляет. Не стрелял сейчас. Видишь, что там вон там делает? Угу. Сидит, охраняет. Сидите, так, а что здесь у нас? Не Беллингбастли, нет. Жук. 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 А вот и Либератор здесь Агань. Раздает королевам. Огонь. Огонь. Вся огонь. Так, проходит забегание, бункер минус, марики в нем тоже минус, но тиран выдерживает здесь вместе с КСМ-ками, мулов куда-то повел, правда, непонятно куда, и 9 муталиск пошло, сейчас птички полетят наши. Сейчас птички полетят. Вот они первые полетели. Птички. И еще сзади, сейчас начнут они тут напрягать. Не начнёшь напрягать. Ать, Маша. Это стич. Ногти такие. Это пёлка. Ну что, прилетел неожиданно для тирана Айн... не Айн, простите, слип. Для всего ему талисками он абсолютно не готов к этому урыву. И КСМ-ки падают просто в гигантских количествах. Мутка сейчас улетает, через краешко пролетает, можно было попытаться подловить, но не подловить. Никак, в итоге 75-98 по рабам, здесь линк что-то бесчинствует просто. Рабочий грызет, этому точно не получится уйти. Больше ничего развалить не получилось, но мутка тем временем на мэне продолжает харас рабочих на газе, подрезает 3 штучки сейчас. Все улетали. Угу. Вот еще к ним дополнительно летят. Что это? 85-116. Я вижу, что Слип решил агрессивно сыграть, судя по всему. Да, Беллинга мув есть, грейды вообще не делают. Тираны есть 1-1, но я так понимаю, сейчас одновременно с Харасом Мейном у талисками будет проходить здесь
Видимо, Бэйн наморфится и Беллингбас, что ли, будет? Я не знаю. Похоже на то. Здесь на халяву несколько муталисков просто тиран принимает. Ой-ой-ой-ой, как вообще зерк сейчас провалился. Только что было 5 муталисков прямо здесь уничтожено. В итоге вместо 16 11. С днем рождения, Маша, вам поздравляют люди. Да, Маша, хоть вчера немножко отмечали, день рождения сегодня. Красавица папина. Что это? А это большая база, дом летит целый. Сегодня Маше 3 годика. Да, Маша? Да. Сколько тебе? 3 годика. Умница. Так, 129-102, тут что-то беготня. А, двойной дроп пытается зерк принять. Минус Марики здесь. Дропчик принят, наконец. 97-131 по лимиту. Есть новые линги и еще 9 мутр. Ну это какой-то ходсовский стиль такой пошел, я не знаю. На лот вон меньше похож, тут у нас мутка такая. Тут не часто так отыгрывают. Замечаю, знаешь, что туретки на второй базе у тирана нет, прилетает. Ой, ты, блин, захотел танк подрезать, но танк не получилось подрезать. Все-таки подрезал, в итоге танк залетел, слип. Концентрирует линга Беллингов здесь в районе второй базы, при выходе в центр. Около тирана муталисков 19, больше не терял, помимо тех 5, кроме одного, 6 в итоге потеряно в общей сложности. Здесь на третьей базе только один бункер, соответственно, есть, можно забегать спокойно. Оттягивает био тирана на мейн, и можно через мейн, кстати, прямо на треть сюда прилететь, к этим линга Бейнам, просто выбить все. Да, Маш? Это 2-0, ребята. Еще Бейны заходят, подбивают сами деваки, сбивают сэшка. Беллинги прямо в Марика вкатываются, сплит отсутствует практически. Туретки взрываются, сэшки взрываются 140 на 70. Бегай, 2-0. Бегай. Бегай. А, ты мой сын. Мама, ешь. Оп. Ну все, давай, ну спать. А, молодец. Пойдем. Помогла работать, да? Помогла. Помогла папе работать. Спасибо всем, ребят. Нет, Лерка, супруга, нет. Да и не собирается. Не собиралась вроде.
Ну что, 5-2-0 Sleep ведет. Третья, которая может стать последней игра вообще в этом матче. Угнали. Ну что, смотрим, ребят. Всех еще раз приветствую. Уже нас больше 500 человек. Стримлю уже 4 часа где-то. Нет, 3,5. Вот, шоу-матчи. Это все будет на Ютубе выложено, не волнуйтесь. Шоу-матчи корейского игрока Свипа, который раньше был в команде КТ. Теперь он в команде Лайфен. Китаец спонсирует ее, я так понимаю. Против китайских бьется игроков, уже с Тираном и двумя процами бился, пока 2-1 ведет, выиграл двух процов, проиграл Тирану в сухую 0-3 китайскому Айну, а вот этого Тирана уже 2-0 ведет. Вот, такая вот ситуация, соответственно. Ну и будем досматривать здесь до конца этот матч. Потом, наверное, я прервусь, пойду по делам, вот, ребятки. Ну, а вам напоминаю, что можете поддерживать меня и мой канал. Вот, отключенными отлоками, премиумами. Андрей Митенко поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. 200 рублей на шоколадку. Так, Андрей Митенко. Вижу 100 рублей от Андрея Митенко, 200 рублей на шоколадку. Ну, здесь же только 100, Карл. Спасибо тебе большое. Вот. Блин, наушники вырубил, звук не услышал сейчас. Спасибо тебе, в любом случае. Третьим будешь с пацанами тут. Завершено. Улучшение. Так. Криптумеры у нас идут вперед. Сейчас пойдут вперед. Ну а здесь в ранний Steam билд, соответственно. Ну что, сейчас будет загрузка. И полетело 16, в общем-то, пацанов. Здесь забегают собачье, начинает грызть застройку. Две депошки здесь подрезают. Один, единственный морпех. Ну и один он в поле воин. Через депошки расстреливает уже третьего линга. Здесь дропчик проходит. Но беллинги 8 штук у Слипа, между прочим, уже готовы. И марики под угрозой уничтожения оказываются. Нужно отступать. Нужно фокусить Бэйнов. Блин, успел бы сфокусить, мне так показалось. Но передумал Тиран. Улетает на хайграунд на мейн.
Дропают все, пока дропаются марики, они не лечатся, соответственно, это не очень хороший момент, естественно. Еще один стимпак пошел, все перестимпаченное в мясо, потому что не успели вылечить медиваки. Бейлингов от фукуса Андрей молодец. Андрей Митенко поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Вот 200. Спасибо, Андрей Митенко. В итоге 300. Школьные рифмы. Не будем на 300 придумывать. Но спасибо большое тебе от Маши, от меня. Шоколадка будет. А там кто? Там еще шторт остался с дня рождения недоеденный. Так что на будущий самокат Машин. Собрались мы покупить его как-то в ближайшее время. Даже времени не было. Вот, не знаю, надо сходить посмотреть, что он стоит. Теперь 300, а не 200. Опять косяк, короче. Торчишь 2000. Ладно, шучу. Улучшение завершено. Так, ну вот подобным билдом играл я уже вам рассказывал сегодня Айн. Ну, у него как-то получше получилось напрягать зерга, но... Но... По грейдам зерк отстает просто колоссально. Лев 699 поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. С днем рождения, дочки, и хороших стримов. Глядя на Машу, не смог удержаться. Спасибо большое тебе, Лев 699. Грызет зерк грейды, и все, чем тиран вообще вперед зерга вырывался, сейчас, в общем-то... Все, что у нас, это не по сильным трудом вообще, все же пропало, ребята. Атака уничтожена, только армур один остался. А гораздо, конечно же, важнее Марикам атака против этих юнитов, так как ДПС все-таки у них гигантский. Что там армур? Беллинги с плэшем взрывать. Спасибо всем еще раз за поддержку, ребят, большое. Вот. Пошел врыв. Врываются бейны линги. Тиран пока держится, но что-то многовато здесь слишком юнитов у зерга. И кажется, в этой игре точка уже поставлена. Или еще пока нет. 72-83 по лимиту. КСМки срывают сейчас с места. Трансформируются хелбаты. Пока что тиран держится. Хелбат плюс Гелион плюс Марик здесь бились очень долго. КСМ эксплит, еще Марики выходят. Еле-еле тиран держит. ЦЦшку поднимаю, успел ЦЦшку поднять. Ну хорошо, хоть ЦЦшку успел поднять. Здесь барак нужно вычинить. Что-то тиран пока не видит, судя по всему, что барак уничтожен. Разгружаются КСМки, все отчинивается понемножечку. Куда ты полетел-то? 100 хп полетел садиться. Вот дает вообще. Полетел садиться тиран. ЦЦшку при этом не вычинивает. Чинишь ты ее, ё-моё. Начинает чинить наконец-таки. Мародер один краснющий нужно выгрузить, чтобы... Минус ЦЦшка, тиран мертвый. Тиран мертвый абсолютно вообще этот какой-то. Куда летел ЦЦшка? Сядь ты наверху. Вот посмотрите, посмотрите просто вот ситуацию, вот если оценить. Здесь 0-0, да, как бы. Очевидно, идет трехбазовый беллинг-баз сейчас, но это улыновый беллинг-баз. И если тиран этого не понимал, то он вообще, я не знаю, что вообще. Посмотрите, в линге даже вот нет никого в игре, они не могут юнитов сгрызть. Сами, посмотрите, как долго живут. То есть здесь 2-1 грейды, а здесь 0-0 просто. Сиди сверху, отстройся немножечко и спустись вниз нормально.
Просто это все равно, что на тебя кто-то напал на улице, как бы. Ты получил люлей, убежал домой. Вместо того, чтобы что-то из дома взять и наказать, как бы, ты прибежала назад просто, как бы, трали-вали, и тебе опять щи расколошматили просто. Так же и тиран сейчас делает нелепо. Так, Владимир Николаевич, 100 рублей на Сбер приходит, спасибо большое. Короче, не знаю, может, не совсем корректное сравнение. Спасибо, ребят, всем за поддержку большое. Жизненная аналитика. Ну а как же еще? Как же еще, ребята? Ну что, топ-докс через 22 минуты, но я буду двигаться понемножечку, ребят. Может быть, конечно... Так, погодите-ка. Тинг-тинг. Там много всякой фигни, конечно, вечером. Я не понимаю, как там оно все друг на друга накладывается. Вот. Короче. Скорее всего, на сегодня все, ребят. И так, вроде как, постримил почти 4 часа. Сегодня особо не планировал вообще ничего делать. Вот. Но, возможно, что еще вечером ворвусь, скорее всего, нет. Так, погодите, кстати, надо лево 699 добавить, а то как-то нечестно получается. За поддержку гигантское всем спасибо. Запись вот на YouTube выложу. Вон ж тиран, даже ножа дома нет. Слушай, такой маленький, такой кровожадный. Какой нож-то, ё-моё? За нож тюрьму сажают. Ключ разводной там, алюминиевый, я не знаю. Палка деревянная. Что-нибудь более гуманное же надо. Слушай взрослых. Вот. Ладно, короче, все, шутки. Шутки шутками, давайте смотреть, что дальше. Сегодня у нас будет топ-докс и там и так далее. Сейчас я уйду по делам и, скорее всего, наверное, на сегодня все. Хотя тут, кстати, интересная на самом деле тема будет. Ну, завтра будет, я так думаю, что... Погодите, сейчас посмотрим. Даты проведения 06. Так, 16.06.06 и 12 числа. То есть, продолжение еще не скоро будет. Вот. Перцовочка, да, вот это уже, вот это уже дело, да. Короче, кому интересно, смотрите, я не знаю, я постараюсь, конечно, успеть, но скорее всего, говорю, что не успею. Вот, завтра будет обязательно врыв, может быть, и ФП постримим, я не знаю, что там завтра, дуюкапов пока никаких не наблюдаю, но китайцы, они такие, они бывают в последний момент, что-нибудь там выкинут, как бы. Вот, завтра будет Тинг точно, север... Так, Северная Америка, квалификация. Еще не знаю там, но это можно будет глянуть. Но это рестрим только, конечно, не очень хорошо. Ну, короче, ребятки, скоро все будет. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, поддерживайте меня, мой канал, смотрите стримы. Старкрафта будет много, в любом случае в июне достаточно. Вроде как и Home Story Cup в июне будет, и еще какие-то турниры тут будут. Но это ближе к концу месяца, насколько я понимаю. Ну а на сегодня все. Увидимся.